дети и война. Вдумайтесь в эти слова. Дети – это начало новой жизни. Это надежда на счастье и радость. Это мирное солнечное небо. Это мама и папа, которые всегда рядом. Это красивые игрушки. Это школа с книгами и тетрадями, смехом, играми и праздниками. А война – это смерть, разруха, уничтожение всего живого и неживого на земле. Даже слова эти несовместимы и никогда не должны стоять рядом друг с другом. Но когда в дом приходит война и приносит с собой кровь и боль, голод и страх, жизнь полностью меняется, и дети наравне со взрослыми постигают все ее ужасы. Даже в более тяжелой, безысходной, отчаянной форме и вынуждены переносить невзгоды, которые и взрослому преодолеть не всегда под силу. Поэтому дети в условиях войны раньше взрослеют, раньше осознают истинные ценности жизни, на первом месте среди которых стоит сама жизнь, я и своих близких, здоровье, мир и покой в доме, безопасность своей родины. Дети раньше начинают понимать, насколько важно в тяжелой обстановке научиться терпению и выдержке. И, несмотря на свой юный возраст, помогают своим близким, сострадают чужой боли, сохраняют надежду и веру в лучшее, верят в сокрушительную победу над злом. Из истории известно и то, что в условиях войны некоторые дети проявляли чудеса необыкновенного мужества и героизма, когда наравне с взрослыми с оружием в руках участвовали в защите своей Родины. Каждый год 9 мая наша страна отмечает великий праздник Победы в Великой Отечественной войне. Это была страшная, долгая война 1941 по 1945 год, которая охватила больше, чем полмира и унесла миллионы жизней людей из разных стран, в том числе из Советского Союза более 28 миллионов. И в этом числе погибших было очень много детей. Я хочу, чтобы яркое солнце светило, чтобы снились всегда только добрые сны, чтобы Россия героев своих не забыла, чтобы не было больше войны.